Уважаемые друзья, здравствуйте. Лето – прекрасное время года. На огородах растут различные овощи, плодовые, зеленые, пряновкусовые и так далее. Время заготовок, консервирований. Некоторые овощи потребляют в свежем виде, некоторые овощи собирают и сушат, некоторые замораживают. Многие пряновкуса и овощные культуры, кроме вкуса и аромата, а также имеют довольно хорошие лечебные свойства. Поэтому эти пряновкусовые овощные культуры настаивают на масле и используют как для употребления в пищу, то есть добавления в различные салаты, супы, мясные блюда, рыбные блюда и так далее. И второе, их используют в лечебных целях. В принципе, все это масло можно купить, конечно же, в магазинах. Но тут есть два нюанса. Во-первых, территория нашей страны огромна, и не везде есть крупные сетевые магазины, где можно приобрести эти масла. А во-вторых, естественно, приготовленное своими руками масло намного полезнее, ценнее, так как тут нет никаких консервантов, тут нет никаких добавок, и поэтому это намного лучше. Эти масла также можно использовать и в лечебных целях. Несколько примеров приведу. Например, ромашковое масло используется для омоложения. Розовое масло успокаивает и снимает головную боль. Масло ромашки, лаванды и мелисса хорошо помогают при аллергии. В качестве жаропонижающего средства применяют масло базилика, мяты, чабреца и шалфея. Так что, как видим, выбор огромный. Настаивание пряновкусовых овощных культур на масле очень увлекательное занятие. Можно использовать различные культуры пряновкусовые, также плодовые овощи, например, розмарин, базилик, различные сорта фиолетовые и зеленой формы, но они еще отличаются ароматом, вкусом. Можно использовать различные формы мяты, можно использовать душицу обыкновенную, можно использовать мелиссу, можно использовать различные формы тимьяна, можно использовать чабер, можно использовать лаванду и так далее, и так далее. Кроме того, фенхель, кориандр, эстрагон, тмин, укроп и так далее. Все эти пряно-ароматические растения идеально подходят для настаивания на масле. Кроме того, настаивать можно как каждый вид овощ отдельно. Также можно использовать, комбинируя различными видами, создать уникальный, неповторимый аромат и вкус. Это уже зависит от вкуса каждого человека. Кому-то нравится более острый, кому-то нравится более сладковатый, кому-то смесь различных пряновкусовых ароматов и так далее. Кроме того, вот то, что перечислили, это зеленые пряновкусовые, листовые овощи. Можно использовать, например, плодовые овощи. Например, перец острый. Как мы знаем все прекрасно, сорта перца острого отличаются по уровню остроты и жгучести, в зависимости от содержания капсаицина, поэтому можно использовать и слабоострые сорта, можно использовать среднеострые сорта, и можно использовать и жгучие сорта перца острого. Кроме того, можно использовать плоды как в фазе технической спелости, то есть когда они зеленые, также можно использовать и в фазе биологической спелости, когда они красные, желтые и так далее, и так далее. Единственное, если мы используем, например, вот такие сорта, слабоострые, перед тем, как использовать, ну, лучше, конечно, чуть-чуть сделать надрез. Почему? Потому что капсаицин накапливается в плаценте, где формируются семена, и вот вся жгучесть находится в плаценте. Поэтому лучше делать надрез, и таким образом масло, попадая внутрь плода перца, будет оттуда забирать капсаицин, и таким образом у нас масло получится прекрасным таким перечным или слабоострым, или сильно острым жгучим ароматом. Или, например, если мы можем использовать такие вот жгучие формы, тут, конечно, уже для любителей, так скажем, слишком острых блюд.
Существует несколько способов приготовления ароматизированных масел, и все основывается на погружении растительного материала на нагретое масло. Для этого мы берем баночку, в зависимости сколько вам надо, например, можно использовать полулитровую, литровую баночку. Самое необходимое требование, чтобы горлышко баночки было широкое. Прежде чем, естественно, готовить, если требуется помыть овощи, обязательные условия: после промывки овощи должны быть высушены естественным путем. Тут не должно оставаться влаги, так как даже несколько капель влаги плохо влияет на качество и даже может портить ваш продукт. После того, как полностью просушили, берем оливковое масло, прогреваем до 80 градусов. И после этого, естественно, можно сначала положить баночку, например, фентель. Ну, прежде чем туда помести, необходимо их тереть немножко, чтобы аромат более ярко был выражен. Когда мы трем, разламываем веточки, и, естественно, аромат, вкус очень ярко выражается. Все, положили и заливаем горячий, но не кипяченый, оливковым маслом. Ну и плотно закрываем. В этом состоянии мы держим в течение 2-3 недель. Ну, да, сроки могут изменяться в зависимости от используемой культуры пряновкусовой. Через определенное время можно, конечно, посмотреть, пробовать. Если не хватает насыщенности аромата, можно добавлять уже после того, как настояли все. Аккуратненько вынимаем листья или там веточки пряновкусовых культур и процеживаем полученное масло и разливаем в другую посуду. Можно использовать также различную посуду. Самое главное условие, это они были герметичные, можно было закрыть. После 2-3 недель мы все это просеживаем и полученное масло разливаем по бутылочкам и храним в прохладном помещении, в комнатной температуре или в холодильнике. Срок хранения таких продуктов в течение 2-3 месяцев. Например, мы вам показывали использование листьев фенхеля. Можно использовать также семена. Но кроме того, вот на это же, также я говорю, можно комбинировать различные культуры. Например, фенхель прекрасно сочетается. Опять же, это у каждого свой вкус, свои предпочтения. Можно добавлять, например, листья базилика фиолетового и базилика зеленого с анисовым ароматом. И все это, естественно, после того, как все промыли, просушили, и добавляем все вот на горячее масло. И так же, как любой продукт, храним 2-3 недели, потом проверяем на аромат. Если ощущаем, что нехватка аромата или недостаточно, тогда можно повторить этот процесс. Лучший результат получается, когда мы используем свежий зелень. Свежие листья, ветки, а не сушеные. Всегда на зеленых листьях, на зеленых свежих ветках насыщенность праноароматических веществ намного больше, чем в сушеных листьях или ветвях. Итак, уважаемые друзья, как мы заметили, можно очень много различных видов плодовых, зеленых и пряновкусовых овощных культур можно использовать для приготовления ароматизированных масел. Это ароматизированное масло не только вкусно, ароматно, но также полезно для организма. Лучше всего использовать свежие зелень или веточки, чем сушеные. Третий очень важный момент. Если требуется мытье, после обязательно необходимо сушить зелень на полотенце. Иначе, попадая в масло, продукт может испортиться. Четвертый важный момент. Для настаивания необходимо использовать баночку с широкой горлышкой. Самый последний основной момент – это использование подогретого масла 80-85 градусов. После 2-3 месячного хранения мы это все просеживаем.
все, у нас масло готово, ароматизированное масло. Естественно, перед тем, как разливать ароматизированное масло вот такие емкости, бутылочки, их необходимо промывать и стерилизовать. После этого только разливать готовую продукцию. Закрыли герметично. Если у вас много таких приготовлений, естественно, можно написать этикеточку, с какой культуры что сделано, чтобы потом не путаться. И такой продукт обычно можно хранить в течение полугода в прохладном темном помещении или в холодильнике. И еще один момент. Это, кроме всего этого, это прекрасный подарок для друзей. Используя такие красивые бутылочки, можно их, например, на Новый год подарить друзьям, чтобы накрыть очень вкусный ароматный стол. Приготовленный таким образом из различных трав ароматизированное масло можно использовать не только в кулинарии или в оздоровительных целях, но и также для окуривания помещения, кабинета, комнаты. И таким образом, подбирая различные травы, можно не только убивать бактерии в помещении, но и также стимулировать физическую и умственную активность. Для этого можно использовать различного типа аромалампы. Есть простой, обычный и на электричестве. Для использования ароматических масел вы на свой вкус, что любите, подбираете масло на основе трав, наливаем воду и добавляем буквально несколько капель, ну 5-7, около 10 капель ароматизированного масла. Берем свечу и сжигаем. По мере нагревания воды здесь будет испаряться ароматические вещества и будет создавать уют в вашей комнате, в вашем кабинете. Это не только приятно, ароматно, но и полезно. Для оздоровления организма, для оздоровления воздуха в вашем помещении, в кабинете, это очень актуально в наши дни, когда вокруг так много стресса. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие фильмы. Уважаемые друзья, выращивайте ароматические травы, используйте ароматические травы и будьте здоровы!